Здравствуйте, дорогие друзья. Дорголи. Вы когда-нибудь слышали это слово? Я уверен, что 90% россиян никогда не слышали об этом маленьком сардинском городке. Приглашаю вас совершить короткую 5-минутную прогулку по этому городку. Городку, который нам настолько понравился, что мы приехали в него еще раз. Итак, Дорголи. Это коммуна в Италии, расположенная на острове Сардиния, подчиняется административному центру Нуора. Население составляет более 8 тысяч человек. Это материал из Википедии. А вот что говорится на сайте sardinia.com. Дорголи. Невероятное богатство великолепных пейзажей является характерной чертой этой большой территории, где расположен центр Дорголи. Расположен он на высоте 387 метров над уровнем моря. Местность имеет разнообразие природных красот благодаря отличному географическому расположению между Баронией и Барбаджей, вблизи восточного побережья и горной местности Супрамонте, на полпути от плоскогорья вулканического происхождения богатого археологическими свидетельствами и долин Чедрина, где расположено также одноименное озеро. Дорголи считается столицей ремесел и туризма, благодаря уникальности своей природы и известным курортам Калаганоне. Как я уже говорил, Дорголи – это город мастеров, город ремесленников. Считается столицей ремесел Сардинии. Здесь очень много скорняков, гончаров, ткачей. Причем мастера в своих же лавочках продают свои творения, шедевры. Скорняки продают сумки, рюкзаки, ремни, шляпы и другие изделия из кожи. Гончары продают различную керамику, горшочки, вазочки и так далее. Ну а ткачи в основном ковры и другие тканые изделия. Где еще вы сможете получить изделия ручной работы из рук автора, пообщаться с ним и приобрести то, что понравится? Нам очень понравился Дорголи. Несмотря на то, что здесь очень узкие улочки, я не видел ни одного дорожно-транспортного происшествия. Так что виртуозности и мастерству местных водителей можно позавидовать. Если вам понравился ролик, то оставляйте свои комментарии, нажимайте на кнопочку «Нравится», делитесь своими друзьями.